Всем привет, ребята! Вы на канале Хазарден. Сегодня мы будем с вами... Опять же, мы с вами находимся в Fortnite. Сегодня мы с вами будем покупать новый набор рыцаря Омеги в Fortnite. Как я уже сказала, смотрите, сегодня в магазине предметов. Сегодня, короче, вышло обновление. Звездные войны вернули световые мечи и бластеры. И вернулись все скины Звездных войн. Вообще, абсолютно все. Кайло Рен, что это тут еще? Вот мне нравится штурмовик ситхов, прикольный. Также Маркус Феникс, Кейт Диас, это из каких-то игр. Это тоже Мастер Чиф. И новый скин, новый скин Алая Ведьма у нас вышла. И прикольный довольно скин. Это у него такая типа анимация появляется. И также футболет есть. Что еще? Вузела. И, короче, вернули футболистов и футболисток. Многим, я знаю, нравятся эти скины, их можно кастомизировать. Но я сегодня хочу купить вот это вот набор заданий рыцаря Омеги для повышения уровня. Как раз мне не хватает повышения уровня. Ребят, сам по себе скин обалденный. Прошлый мне вообще скин вообще что-то не понравился. А вот этот мне очень даже нравится. Просто реально обалденная штука. Тут 4 набора еженедельных заданий, в которые входят по 7 заданий на сбор жетонов. Всего 28. Задания останутся доступны до конца сезона, 3 июня 2022 года. Это еще нормально. Вы будете получать одно повышение уровня за каждый собранный жетон. Разблокируйте награды в виде косметических предметов за выполнение заданий каждую неделю. Ряд, смотри, мы с вами нажимаем «Купить предметы». Рыцарь Омега уже у нас. Смотрите, какой у нас с вами топовый скин. Мы нажимаем использовать. И нам еще дали его задание. Вообще обалденнейший скин. Все, ребят, я его купил. Только за 1200 V-баксов. И смотрите, как он выглядит просто шикарно. Такой классный. Просто отжарный. Рыцарь на острове может быть только один. Такой топовый. Смотрите, у него какие эффекты, он весь переливается. Он бы стоил бы по любасу 1500. Давайте у него пока что снимем бэкпэк. Так, а что нам за задание это? Рыцарь Омега. Мы с вами получим бэкпэк, кирку и за него золотой стиль. Найдите жетон повышения уровня к северу-западу от ладной лесопилки. Один уровень сразу же все это. Так это же изичка. Все, я чисто буду сегодня. Давайте я попробуем сейчас один жетончик с вами получить. И заодно заценим скин. Давайте я сниму с паузы, когда у нас с вами начнется катка. Так, ребят, смотрите, у нас вот так вот он выглядит в катке. Погоди, у меня началась запись, да. И вот смотрите, как он прикольный, такой весь лавовый. Здесь он такой лавовый. Я вообще давненько не заходил в Fortnite в телефоне. Такой прикольный вообще скинчанский. Мне он очень нравится. Скинчанский, что я сказал? Скинчанский. Короче, берем с вами вообще прикольный такой скин. Смотрите, а вот так он выглядит в прицеле. У него всякие такие эффектики. Так, смотрите, нам с вами надо, вон там какую-то меточку собрать. Сейчас, как только откроется дверь, мы с вами вылетаем. Вылетаем, я сказал. Ой-ой-ой, что за пролаги? Так, летим с вами вон прям на ту метку, и дальше... мне пишет интернет плохой, смотрите, там рядом с циферками. Вот такой вот скин, сейчас мы с вами заберем. И нас сразу же, понимаете, что поняли, нам за один жетончик сразу же по уровню дают. Это очень-очень много. И получается, ряд, вижу фургон. И, по идее, у нас прям рядом с фургоном должен быть жетон. Да, сейчас мы с вами... Он у меня, скорее всего, появится на мини-карте, когда я поближе. Блин, надеюсь, меня никто тут не убьет. Я не вижу пока что никого. Возможно, вот жетон. Это не жетон. Чекайте, вон... что на этом? Вертолет! Ребят, смотрите, плевать на вертолет. Смотрите, вот он прям показывает надо мной где-то. Жетон этот. Он, по идее, прям надо мной. Но я не знаю, как это забрать. Давайте сами забираем омни-схему. Обыскиваем вот это вот фуфло. Так, он, по идее... Это вертолет, пацаны! Вертолет вернули. Чоппа. Уродское название, прям как чоппер. Так, А где этот-то? Жетон! Где жетон? Я понятия вообще не имею. А где жетон? Алло? Алло, жетончик, ты где? Давайте разломаем крышу.
А где? Где жетон? Ё-моё! Я его не могу... А, ё-моё. Наверное, снизу, да? А снизу тоже его нет. Пацаны, а где жетон? Где же... Я не могу... Чуваки, я вообще не могу найти вообще никак. В упор жетон этот. Возможно, я такой тупой. Вон он, ё-моё. Вон он, так я не туда бегу, только это просто зеленая фигня. А вот он жетон там, он фиолетовым пока. Вот он жетон, жесть, слепошарый. Уии, подбегаем к нему, и нам сразу же, я по идее должен... Сразу же уровень дается, ничего себе. Жесть, ребятки, давайте мы с вами катку сыграем тогда, наверное. Погнали, ребят, мы с вами будем на вертолете точно летать, короче. И смотрите, что делать. Вон туда, короче, летим. Я не знаю, как... Блин, тут метка не ставится. А метка не ставится? Что же ты будешь делать-то? Ну, давайте, короче, поставим. Ну, короче, я и так помню. В устье той реки. Давайте, ребят, подбегаем. На вертолете полетим. Жесть, ребята! Я вроде бы еще ни разу в Fortnite... Жесть! Господи! Смотрите, ребят, я вроде бы еще ни разу в Fortnite не летал на вертолете. Либо летал... Но буквально один разочек, когда... я летал в этом, я не помню, в каком сезоне. Вроде в 12-м или 13-м сезоне я начал играть, получается... Я первый раз в жизни поиграл в 12-м, а так часто довольно я начал играть только где-то в середине 13-го. Потому что у меня тогда появился компьютер нормальный. И смотрите, короче, ребят, мы с вами летим к устью реки. А что это такое? Погодите. Меня мочат! Ребят, отлетаем. Так, ребятки, у нас с вами вот тут, получается... Блин, по мне стреляют, ёшкин ты кот. Короче, чекайте, у нас прям вот тут вот должен быть новый жетон. Да, вот он, смотрите, давайте прям на него еще приземлимся. Вот он, смотрите, жетончик наш. И сразу же по уровню. Ай-яй-яй, дамажит. Мажет, а я могу прям на вертике собрать? О, да, чекать собрал. Нормально. Нормалек. Теперь мы с вами летим куда? Где поближе? Давайте вон туда полетим. Потому что там у нас как раз таки... потому что там зона. Ой-ой-ой, задамажился. Так, ребят. О, у нас еще с вами дофига топлива. Блин, ребят, это так обалденно. Блин, полетели, и он еще рядом, это, мне кажется, это один из самых быстрых транспортов, просто посмотрите, как он быстро летает, прям как на дельтаплане, реально, это, мне кажется, самый быстрый транспорт в игре, потому что, ну, не считая дельтаплана, смотрите, как это просто, это топово. Так, ребят, мы с вами летим на меточку, и сейчас мы с вами соберем еще, и нам дадут целый уровень. Ребят, чтобы понимали, это мега круто, просто можно так за одну катку апать несколько сразу же уровней, это прям очень круто. Так, полетаем с вами, мы уже ряд тем временем с вами уже прилетели нам. Вот, все, мы с вами прилетели, и по идее он должен быть где-то рядом с этим деревцем, да? Сейчас он с вами появится на карте. Ага, вот он. Где? Вот он. Давайте, как обычно. Ой-ой-ой, как в прошлый раз, приземляемся прямо на него. Так, все, козу, ребятки. О, ряд, может быть, мы с вами пересядем в новый вертолетик, думаю. Плохо, да? Да, ряд, все, мы с вами садимся в новый вертолет. И летим мы с вами уже на брошенные башни. То есть на тильты. Давайте, ребят, мы с вами залетим в разлом. Опа, полетели. Все, ряд, мы с вами на разломе в брошенной башне, и там мы с вами найдем новый жетончик. Ребят, я в прошлый, как я вам уже говорил, прошлый набор для повышения уровня не купил, потому что мне он не очень понравился, как сам персонаж, так и вещи, потому что это та же самая странница, короче. Ну, короче, я не понял, какая странница, но какая странница. Я видел этот скин, но мне вообще не нравится, потому что это тупо дефолт черно-белый. Это вообще такое стоя, ряд. Вот этот скин, это реально. Вот это реально вещь. Даже Даша подтвердит, да? Даже Даша сказала, да. И так, ряд, а что тут, блин, когда. Почему? Ряд, я вам уже неоднократно говорил.
А, вот что. Блин, ну тут мы с вами, наверное, никак на вертике не приземлился, да? Поэтому аккуратненько приземляемся и выпрыгиваем с вертолета. С скином. Ну, еще будет круче, когда я его кирку получу и бэкпэк. И да, ряд, и да, я не ошибаюсь, короче. У него можно будет, типа, кирку из бэкпэка доставать. Так, куда мы с вами дальше летим? А, мы с вами далее летим... А, давайте мы с вами сейчас все эти вообще выполним, мне кажется. Так, летим мы с вами дальше вот туда. Вот сюдашеньки, это 600 метров. Ну, далековато, но на вертолете мы с вами, думаю, быстро довольно летим до туда. Так, смотри. Смотрите, ряд. Мы с вами летим и смотрите. Ой, теперь на брошенных башнях будет битва. То было в Коварном каньоне, да. Охранник еще. А, семеро побили. Ну ладно. Так, ряд. Ой, кто-то там по мне стреляет. Там, походу, видели, там кто-то по мне в спину просто мне пальнул. О, еще 20 тысяч. Ай-яй-яй-яй, ничего себе, меня тут бреют. Меня сейчас побреют на лысо просто. Ой-ой-ой, господи. Ай-яй, все, у меня кончина. Ребятки. Нет, все, ряд, сваливаем. Нет, здесь куча челиков. Нет, ряд, все, нам еще подорвут вертолет. Тикаем. Так, ряд, все, просто летим отсюда, летим, улетаем. Ой-ой-ой, ребятушки, это очень жестко. Далее. Где? Ничего себе, да, все, ряд, а там осталось. Все, там уже, там осталось. Это все, в следующей катке я сделаю. Короче, ряд, вот такой вот вообще у нас топовый с вами скин. И я, получается, когда вот эти выполню, я получу уже кирку. Получается, да-да-да, кирку я получу. Да и все, в принципе. А потом, ряд, у меня здесь несколько недель, короче, он будет длиться. И, блин, реально, боже, такой офигенный скин. О, это какой-то гиберспорт. Гасим. Ай, все, меня вынесли. Короче, ряд, мы с вами на какой-то киберспортик приземлились. Короче, ряд, вот такой вот у нас получился с вами обалденнейший набор. Я вообще ни капли не жалею о покупке его. Он стоит всего лишь 1200 баксов, хоть сам скин, мне кажется, вполне бы стоил 1500. И там еще плюс скирки вот эти вот. Они такие, обалденные. Сразу же 30 боевых звезд. Ничего себе, ряд, давайте мы с вами... Сразу же, мы с вами тогда, ряд, просто можем спидранить боевой пропуск. Причем очень жестко. Давайте мы с вами, ряд, покупаем последнюю вот эту вот штуку. Время драки. И покупаем с вами скин на Кумите 2.0. А что-то у нас не получается награда. Ничего себе там орёт она, дурная. Так, вот, мы с вами получаем вот этот скин. Вот этот стиль обалденный. И Ридива, я его конкретно хотел. Это очень-очень классный стиль. Она похожа на обычную Кумите. О, ряд, чекайте, давайте мы с вами теперь можем... давайте мы с вами получим тогда V-баксы и эту, и тетку. Как ее звать? Киара Бум, боевое золото. Вот это топовый тоже стиль. О, ничего себе мне тут надавали. Мы с вами, ряд, скоро получим. Мы еще, кстати, получим потом Истока. Я получу. И потом я получу Эризу. Это тоже обалденный просто скин. И, короче, у нас с вами еще осталось 4 боевых звезды. Мы с вами их, давайте, потратим, наверное. Давайте горящие кубы купим. Прикольная штука. Короче, вот такой вот у нас получился наборчик. Мы с вами и пооткрывали боевой пропуск, и в катку покатали, на вертолете покатались. Ну и, короче, все подряд сделали. И вот так вот той скин просто нереально крутой. А в этот момент ставьте на свои лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Хазарден. Всем удачи, всем пока-пока.